Я волк. Че, тачку купил, да? Ну-ка, че свети. Карина, ебать. Карина, на газели везешь. Да. Сейчас я посвечу. Ну, это висит пиздец внизу. Охуеть. Ебану. Че, мы сранее остановили на посту? Они как глянулись, все. А, они спереди, да, не видели, да? Я думал, погоняться, она пусть. Так, ты, кстати, ну что, два метра-то торчит, нет? Нижний хванин, тебя убит. Пиздец. Сверху натянутый, все. Ты экспедитора высадил, да? Да. Поворотники снял там, подумал. Ага. Вход вообще идеальный. Вход сразу уйдет. Бампер тоже сразу. Она что, без учета, да? С учетом номера машины. Задний на месте, а передний снял. Поди мотор поставить, добрать. Мотор 4SFE, который сейчас лежит в ней. Вот там уже поставить, и машина пойдет на продажу. Когда я с Екатеринбурга привез мотор, он сюда подходит. Только маховик надо менять. Ну да. Там на автомат маховик стоит, тут маховик на механику. Коробка-то живая. Все, погнали. Едет Александр на эвакуаторе. Сейчас будем тачку снимать. Здравствуйте! Да ты потел уже, блядь! Здравствуйте! Далее. Услуги надо, услуги эвакуатора. Недолго нахуй спать еще, блядь. Сутки не сплю, блядь. Только на всю ночь работать не сидится. Иди-ка нахуй стоит. Ты посмотри, какая там техника стоит у него. С этого едет. С котельнича 130 километров ее везет. Примерно через пост ехал так. Мне все моргали сзади. Кто вот ему? Че, сзади? Так-то что, можно так ехать, да? Я возил на газели, у меня газелька это была. Но. Четырку я возил со шкалы, хули. Да? Да. Он даже красные трусы повесили, видишь? Ну, смотри, колеса-то на весу, ёпта. Да. Так-то да, еще же смотри. А, мотора нет? Не. А, ну хули, ля. Мотор в салоне. Ничего, ты крючок покрасил, да? Вчера заняться ехал, смотри, тюнинг сделал. Тут покрасил сзади. Ага. Вот ходил я там в этом малянке. Нет, сзади еще больше. Это на заводе, да? Пиздец. Вот у тебя работа, да? Стоп. Спать засыпаю. Думаю, пиздец, смотри, пошел. Ебал, я не могу. Вот сейчас Славян будет тачку снимать свою. Ведрище. Да, было куча у него будет все, нет, сначала? Славян! Ты это, стяжки сними. Вот эти, она как раз подойдет. Так нормально, наверное. Стяжки-то снимай и заезжай у меня. И он как раз я поставить сейчас. Он сзади закатится. Стяжки и снимай, ручник. Березка ломал, блядь. Да. Пиздец. Как не надоело, блядь. Бизнес у него, я видишь? Я вижу, старая, блядь, заебали. Он, блядь, еще старее берет, блядь. Саня, в разбор. А где ты ее будешь разбирать? Пока еще не знаю. Я все гаражи занят. Ну вот, блядь. Все занято, парни. Что, ты взял ее? За 13 тысяч. А, ну нормально. 13 еще нормально. Это по цене чермета. Вот это такая же? Не, это улыбка. Ее улыбкой называют то, что у нее морда, как улыбка. А что она такая? Ведь ты кто, нахуенно, смотри. Да. Так у нее только мотор поставили. Левый борт захуячен здесь. Да? Вон крыло-то, смотри. Сейчас посмотрим, достанем, да. Надо сейчас как-то, знаешь, как ее. Я думаю, Слав, потом ты сейчас еще немножко подъедешь. Но он посильнее, пусть вплотную вообще. Она должна заспрыгнуть сюда. Ну, возможно, запрыгнет, да. Снимай стяжки-то. Вот человек, да? Я бы, наверное, такой... Я бы нахуй плюнул бы. Стяжки купил, смотри. Да, новая стяжка. Она не ебанется у тебя? Не понятся? Не, что такое понятно. Куда она что? Ладно, поехали. Тут торчит-то чуть-чуть. Да, дела. Славентий. Думал на меня, все видишь. Она у меня поцелует. Давай. Заебись. Давай, едь. Газу больше. Давай. Заебись.
стой, стой, все. Вообще идеально, да? Мы сейчас скатим ее сами-то? Да, она катается. Да, все, давайте, да. А сейчас покатится? Мы ее стекаю закатывали. Вот надо доски убрать. Да, убирай сейчас всю хуйню. Вообще нормально, да? Нахуй уберешь ее, блядь. А почему? Почему? Нищий сидит. Почему так? А сейчас платформа. Сейчас платформа, знаешь. Что-то доски ослабли. А, лапы опустить. Что, поднимется, думаешь? Чтоб колеса поднять. Смотри доски. Хорош! Все, Сань, Сань, нормально. Заезд. Лови паука. Вот ты даешь, блин. Я краску вчера с ведром его хуяцкую, да? Сни, блядь. Эту хуйню. Казенную краску, да? Да он целиком, блядь. На вот, с цепочкой еще вместе все так, покрасить. Ну, я хотел на хрис, да. Хуйня с гадкой. Крючок он вчера в ведро, блядь, гуяцкую. Просто манипулятором ведро, да? Ну, да-да, он оставил эту ведро у него. Я хуяк, а Люлька, да, смотри, я хуяк, еще бам, туда, хули, хотя на проходной ты бы это самое, сказали бы, это, казенная краска спиздил. Хуя занялся, думаю, дай-ка, вот эти покрасил, блядь, но. Думаю. Чем красил? Красота, да, нам не сказала, химия, это, эти птичкой. Он говорит, типа, не ржавеет, не хуя. Я там просто, шел, да? Ну, у них там была, я ради интереса просто хоть вот краска отбавил. Потом, если не будет, значит, можно такую краску покупать. Все, нам покорение, поедем. Давай сюда, хули, погодили. Давайте, пацаны. Хули, пацан, давай, какие? Саня, они плетаешь рука. Давай, иди, братан, помогай, ебаный в рот. Ебаный в рот, что, без меня на пацаны давай, никак. Давай, я снимать буду, спереди. Давай, не толкаем. Поехали, поехали, пацанчики, давай. Погоди, стой, стой. Дави, не жалкий, поехали. Давай, давай, толкаем. Давай, давай. Толкаем, пацаны. Это Малыгин и компания толкает. Давай, 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 давай. Погоди, погоди, продолжительная, все, погоди. Погоди, держи. Все, она не ебнется, погоди, погоди. Продолжить нахуй, да, 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 вот сюда. Вот. Давай, все, отпускай. Все, опустил. Все, отъезжай. Отъезжай, Славян. Видишь, дверь запоярили, как отгрузили. Да, ничего, нормальная хуйня. Ну так-то да, маленько есть, да? Ну да. Блядь, слушай, ну так-то не ржавая, чё, смотри. Ты слышишь, живая, да? Да. Пиздец. 130 тысяч, слушай. Охренеть, слушай, даже это место целое. Да, да, да. Ну-ка, она как бы не ебла, слышишь? Сейчас зацепит и хуй. И укатилась, да. Ладно, ты как бы не ебла. Да нет, там же брусок стоит, Сань. Сейчас что, погоди, на. Сейчас, на, со мной вперед маленько. Видишь, мне тут жопа что-то это, битая была, а, видимо. Но... Это шпакля. Джевелля. Тут что-то. Давай сейчас вперед, слышишь, толкаем вперед. Угу. Отпадываем. Давай сейчас. Вперед, толкаем, давайте вперед. Славян, давай вперед, вперед толкаем. Трапы откручивай. Вот эти винтики. Садись за руль. Если что, жми на тормоз, сейчас покатится. Так, погоди. У тебя свет-то сзади есть, Семен? Будет там стропосковый, блядь. Надо, есть вообще? Есть. Так, погоди, сейчас.
Сейчас кружим, вот сюда. Вот сюда, руку сюда. Пускай тормоз! Все! Уперлась жопа! Давай, толкнем! Надо при... Сиди! Что, сюда уперлась? Сиди, сиди! Не, ничего не уперлась! Слышно было, уперлась! Зачем? А, вот тут что-то низко, да? Давай, пласти, давай толкнем! Она все вышла, вон ей сейчас, она уже сейчас сразу заскочит! Сиди, погоди! Хули, движка-то нет. Давай. Фирма серьезная, давай, гарантии не даем. Еще. Все, давай. Все, стой. Давай. Ничего, все, выгрузили тачку. Я говорю, все, говорю, выгрузили тачку. Такой салончик. Да, нормальный салон. Руль. Вот, подвижки лежат, запчасти. Под двигателю запчасти, да. Сзади блок лежит на полу. Ага. Сиденье, механика, да? Нифига, сколько кнопок. Давайте, братья! Че, короче, ребят, вот такую слон тачку купил за 13 000 рублей. Выгрузили мы ее на эвакуатор, все поставили, сейчас машинка пойдет в разбор. Кому нужны запчасти, пишите комментарии, отправим транспортной компании, отправит он, я не занимаюсь этим делом. Ничего, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. Всем пока, друзья мои.